Эфир телеканала ПС продолжит программа «В центре внимания». 1 октября мы будем отмечать праздник «День пожилого человека». Пожилые люди, пожалуй, являются самой беззащитной частью любого общества. И как никто другой нуждается в нашем внимании. Какие существуют в городе программы по поддержке старшего поколения и другие вопросы мы сегодня обсуждаем с начальником управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска Ольгой Дулеповой. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Валерьевна, приближается праздник, День пожилого человека. А вообще, вот какой возраст принято считать пожилым? Ну, у нас на севере принято считать пожилым это те, кто выходит на пенсию. А вообще, по данным Всемирной организации здравоохранения, пожилой человек – это человек в возрасте от 60 до 74 лет, а старческий возраст – от 70 лет до 89, и возраст долгожителей – от 90 и более. А сколько горожан Архангельска относится к этой категории? В городе Архангельске проживает 357 388 человек. Из них граждан пенсионного возраста более 80 тысяч. Ветеранов 6 тысяч человек. То есть фактически каждый третий архангелогородец – это граждан пожилого возраста. А как у нас в городе выстроена вот программа по поддержке старшего поколения? Какая ведется работа? В городе Архангельске с 1998 года реализуется городская программа «Старшее поколение». Основная цель программы – это улучшение качества граждан жизни старшего поколения путем обеспечения доступности культурно-досуговых услуг, содействия активному участию пожилых граждан в жизни общества. Так, в рамках этой программы с 2010 года мэрия города Архангельска совместно с учреждениями здравоохранения реализует социальный проект «Санаторий на дому». Это в преддверии 9 мая ежегодно 200 наших уважаемых ветеранов получают продуктовые наборы, плюсом, когда их консультирует врач, юрист, ну и так далее. Также не остаются без внимания такие знаменательные даты, как День Победы, День пожилого человека, День защитника Отечества. С целью распространения положительного опыта общественной работы среди ветеранских организаций и активных горожан, мэрия города Архангельска проводится такие мероприятия, как городской конкурс ветеранов-активистов «Социальная звезда». И организована городская премия пожилым людям за социальную активность, доброта, доверие, достоинство. В этом году награждение победителей состоится 5 октября в Архангельском городском культурном центре на гала-концерте «Не стареют души ветераны», который состоится в 14 часов. Поэтому мы от всей души всех приглашаем на это мероприятие. Хочется отметить, что большое внимание мы уделяем также и работе клубов для ветеранов, организации досуговой деятельности пожилых людей. Большим спросом пользуются социальные проекты по работе с гражданами старшего поколения. Успешно реализуются социальные проекты. Например, в Октябрьском округе – это Институт долголетия. В Ломоносовском территориальном округе – «Думай о хорошем». В Маймоксанском округе – «Интернет для всех». Одна из льгот, которым пользуются ветераны, это бесплатный проезд на автобусах. Я знаю, что будет проводиться эксперимент, будет замена талончиков на электронные карты, проездные билеты. Действительно так? Да. В целях социальной поддержки отдельных категорий граждан с 1 мая 2010 года введен бесплатный проезд на общественном транспорте для ветеранов Великой Отечественной войны. С 1 января 2011 года бесплатным проектом могли воспользоваться граждане старше 75 лет, а вот с 1 января 2013 года бесплатным проездом могут воспользоваться граждане, достигшие возраста 70 лет и старше, а также сопровождающие их лица. Хочется отметить, что у нас таких граждан более 30 тысяч человек. В 2014 году данная льгота сохранена. Действительно, в середине сентября этого года в городе Архангельске стартовал пилотный проект по внедрению системы электронной проездной. Он предполагает замену привычных социальных талонов для льготных категорий архангелогородцев на электронные карты. Электронный проездной билет позволит избежать очередей у мест выдачи социальных талонов, а также удобен в обращении. Кондуктор при оплате проезда электронным проездным сможет сообщить, сколько бесплатных проездов
поездок осталось у ветерана. Сейчас будет проводиться тестирование системы на автобусных маршрутах номер 9, номер 10, номер 31 и номер 44. Электронные билеты можно получить по следующим адресам. 24 сентября с 10 до 2 в культурном центре Маймакса по адресу улица Лесотехническая, дом 1. 27 сентября в культурном центре Соломбала Арт по адресу проспект Никольский, дом 29, также с 10 до 2. И 28 сентября в культурном центре Циглымень, улица Севстрой, дом 2, также с 10 до 2 часов. Вместе с электронными проездными билетами гражданам будут выданы и бумажные билеты. Угу. То есть это тестирование такое. Ольга Валерьевна, еще расскажите вот поподробнее о социальной карте Архангелогородца. Это вот еще одна из форм поддержки ветеранов. Что это такое? Да, действительно, с 2012 года мэрия города внедрена социальная карта Архангелогородца для граждан в возрасте от 65 лет и старше. Это для тех граждан, которые имеют регистрацию на территории муниципального образования город Архангельск. Социальная карта дает право на держателю на получение скидок на товары, работы и услуги. Выдача социальных карт осуществляется в отделах по территориальным округам управления по вопросам семьи, опеки, попечительства с понедельника по пятницу. В настоящее время партнерами социальной карты являются более 30 организаций, которые предоставляют различные скидки. Среди них это и продовольственные, и книжные магазины, и магазины одежды, аптеки, и организации бытового обслуживания. Всю подробную информацию о действии социальной карты можно получить на сайте мэрии города Архангельска или в наших отделах. Наши специалисты с удовольствием о ней расскажут, покажут. Угу. Получить ее можно при наличии паспорта. Угу. Угу. А вот хочется еще затронуть тему одиноких пожилых людей. Они очень нуждаются во внимании, и, может быть, куда-то можно обратиться близким за помощью, куда? Да, эта проблема есть, но отрадно, что в городе Архангельске есть муниципальное бюджетное учреждение «Центр помощи совершеннолетним подопечным», который находится на ТИМИ 17, корпус 1. Это учреждение как раз и работает с такой категорией граждан, которые, ну так, по воле жизни остались одни, или которым действительно нужна поддержка. В городе Архангельске на сегодняшний день 1082 недееспособных совершеннолетних гражданина. 700 человек – это на учете вот именно вот в этом центре. То есть опекуны могут быть родственники, а опекунами, попечителями могут быть специалисты этого центра. То есть специалист выходит к этому человеку, смотрит, какая ему помощь нужна, или в оформлении документов. Если это помощь социального характера, то заключается договор с комплексным центром социального обслуживания по городу Архангельску. Если это нужна медицинская помощь, то вызываются врачи на дом. То есть с каждым, с этим человеком мы работаем. Еще одна изюминка, я бы так сказала, нашего центра, что в трех территориальных округах есть такие, так скажем, ясли-сад для бабушек. Это бабушки, которые живут в семье, которые живут вместе со своими детьми. Но детям ведь нужно работать, нужно зарабатывать деньги. И очень страшно иногда вот таких пожилых людей оставлять дома одних. Поэтому специалисты центра собирают этих бабушек. У нас есть Маймаксан округе такой, в Северном округе и в Октябрьском территориальном округе, когда специалистами на специальном автобусе собираются такие граждане, и в течение рабочего дня они находятся там. То есть и питание, и они могут и поспать там, с ними занятия, и поют песни под баян. При возможности даже есть компьютерные курсы. Mm-hmm. То есть для того, чтобы эти люди все равно жили в социуме, были рядышком с семьей, поэтому вот этот центр работает. Mm-hmm. А вообще по вопросам всем, которые возникают, в частности, что делать, да, как mm-hmm. быть, вот mm-hmm. бывает такое, я прошу обращаться в управление по вопросам семьи, опеки, попечительства по телефону 607-163. Также консультацию по данному вопросу могут получить в каждом территориальном округе в отделах
по нашему управлению, по управлению по вопросам семьи, опеки, попечительства, или в этом центре на Теме 17, корпус 1, по телефону 64 66 34 64 65 37. Как организовано взаимодействие мэрии и городского совета ветеранов? Какую работу ведет совет ветеранов? Да, здесь бы хотелось бы отметить, что мэрия города Архангельска и Архангельская городская общественная организация ветеранов очень тесно взаимодействуют. Все дела, которые мы делаем вместе, сообща. Хочется отметить, что в 2012 году между мэрией и Архангельской городской общественной организацией ветеранов заключено соглашение о взаимодействии, в котором предусмотрены взаимные обязательства по социально-экономической и правовой защите интересов ветеранов, нравственному и патриотическому воспитанию молодежи, организации социально значимых мероприятий и организационным вопросам. Архангельская городская общественная организация ветеранов является самой многочисленной организацией в городе Архангельске и насчитывает более 40 тысяч членов. В ее составе более 30 первичных и территориальных организаций ветеранов. Это и работники флота, и торговли, и промышленности, и здравоохранения, и образования, и так далее. Также мэрия города с целью координации действий органов местного самоуправления, областного, городского и окружных советов ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов работает Координационный совет по делам ветеранов. Заседания проводятся по утвержденному плану, на них рассматриваются вопросы, которые волнуют наших пожилых граждан, о медицинском, транспортном обслуживании, о социальном, о патриотическом воспитании молодежи, ну и многое-многое другое. Ну, вообще принято считать, что у старшего поколения, у пенсионеров достаточно много свободного времени. И как организован досуг в городе? Куда могут сходить пенсионеры? Чем заняться? Может быть, есть какие-то курсы, занятия интересные? Да, но помимо всего, что в наших культурных центрах проводится очень мероприятий для наших дорогих ветеранов, также на их базе работает много кружков и секций. В каждом округе есть культурный центр, куда может прийти ветеран и найти себе занятия по душе. На базе библиотек у нас проводятся курсы, компьютерные курсы, которые проводятся для наших ветеранов абсолютно бесплатно. Также на базе Центра помощи совершеннолетним подопечным по адресу Суфтина, 32, есть компьютерные курсы «Бабушки онлайн», «Дедушки онлайн». Тоже можно туда записаться абсолютно бесплатно. И по всем вопросам, куда пойти, чем заняться, я думаю, что это стоит обратиться в культурное учреждение, которое находится в каждом территориальном округе города Архангельска. А анонсы какие-то есть где-нибудь у нас этих мероприятий? Да. Хочется отметить, что в преддверии Дня пожилого человека мэрия города Архангельска разработан большой план по проведению мероприятий, посвященным именно этому празднику. И следует отметить, что эти мероприятия не проводятся одним днем, а проводятся в течение сентября и октября. Мы рады сообщить, что в этом году мэрия Архангельска традиционно будет проводиться бесплатные экскурсии в Музей народных промыслов и ремесел Поморья для граждан, которые отмечают юбилейные дни рождения в октябре 2014 года. В прошлом году мы попробовали такое нововведение, оно нашло очень много добрых откликов, поэтому мы эту традицию продолжили. И хочется отметить, что мы приглашаем наших архангелогородцев, которые в 2014 году в октябре отмечают 65 лет, принять участие, активное участие в этих экскурсиях. Записаться на эти мероприятия можно по телефонам 607-586, 607-579 и 607-172. Традиционно в территориальных округах города пройдут встречи администрации города, округов, руководитель предприятий со своими ветеранами. И пройдут очень много праздничных мероприятий. Так, например, 1 октября в 17 часов жители города на праздничный концерт приглашает Архангельский городской культурный центр. 3 октября в 15 часов с праздничными поздравлениями ждет Ломоносовский ДК. 4 октября в 14 часов культурный центр «Луч». 5 октября в 14 часов будет праздничный концерт для ветеранов Северного округа и ждет их культурный центр «Северный». А в
15 часов культурный центр «Маймакса». Это вот традиционные праздничные мероприятия. Кроме того, городские центры ждут горожан на вечера отдыха, тематические вечера и встречи, выставки и конкурсы. Более подробную информацию о всех мероприятиях, посвященных Дню пожилого человека, можно уточнить в культурных центрах, а также ветеранских организациях на сайте мэрии города Архангельска или по телефону 607-586. Хочется отметить, что и в центральной библиотечной системе также запланированы мероприятия, тематические вечера, выставки, праздничные программы, которые тоже распахнут двери для наших уважаемых граждан. К проведению мероприятия, естественно, всегда не обходится без наших школьников. Дети подготовили концертные программы, театрализованные мероприятия, встречи с ветеранами пионерского движения. Из спортивных мероприятий для наших ветеранов запланированы традиционные городские соревнования по шашкам, шахматам, теннису. Стало доброй традицией в честь Дня пожилого человека в городе Архангельске организовать льготное бытовое обслуживание пенсионеров по возрасту. И в этом году с 15 сентября по 15 октября пожилым гражданам предоставляются льготы. Например, на ремонт сложной бытовой техники со скидкой 20% в Рынбыттехнике по улице Урицкого, 47, корпус 1. На новый пошив одежды со скидкой 20% в ООО «Мечта Сервис» по адресу Кедрова, 25. На ремонт обуви со скидкой 20% ООО «Экспресс Рэмпа» и многое-многое другое. Данная информация есть в газете «Архангельск. Город. Воинская слава». Также ее можно найти на сайте мэрии города Архангельска в разделе «Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства». Пенсионеры, ветераны скучать День пожилого человека не будут. Да. Ну и Ольга Валерьевна, еще, наверное, в завершении программы хочется спросить вас о том, куда можно обратиться людям старшего поколения по каким-либо вопросам, по проблемам, куда они могут звонить или куда можно прийти. Мы всегда рады, когда к нам обращаются и готовы оказать любую поддержку, помощь. И, пожалуйста, обращайтесь в Управление по вопросам семьи, опеки, попечительства. Это площадь мэрии, площадь Ленина, дом 5, мэрия города Архангельска. Или по телефону 607-163, 607-586. Также можно обратиться во все территориальные округа, в отделы Управления по вопросам семьи, опеки и попечительства. Ольга Валерьевна, я благодарю вас за беседу. В студии программы «В центре внимания» была начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска Ольга Дулепова. А я, Елена Гончарова, с вами прощаюсь с пожеланиями всего самого доброго. До встречи.